Теперь надо установить все скачанные программы и аддон. Далее устанавливаем Blender. Next. Принимаем условия лицензии. Next. Указываем путь установки. Рекомендую ставить в конце имени папки номер версии Blender. В данном случае 2.74. Жмем Install. Если вы хотите сразу запустить Blender, то галочку можете не убирать. Следующий Inkscape. Тут все по аналогии с Blender. Здесь мы выбираем тип установки, стандартный, пользовательский или полный. Я предпочитаю полный. Устанавливаем аддон. Файл. User Preference. Вкладка Addons. Жмем Install from File. Находим наш архив. Ставим напротив установленного аддона галочку, чтобы активировать его. Еще нам надо активировать аддон кривых. Add Curve Extra Object, который нам далее понадобится. Параллельно с ним активируем еще несколько аддонов. По вкладке «Интерфейс» активируем возможность вращать вокруг выделенного элемента и зумировать к позиции мыши. На вкладке «Темы» можем поиграть с внешним видом редактора. Я же оставлю вид по умолчанию. Переходим на вкладку «Файл». Здесь мы указываем путь к папке с шрифтами. Папке с текстурами, скриптами. Музыкой, временной папкой Temp и графическим редактором, в моем случае GIMP. Также здесь мы можем указать путь к медиаплееру, который будет проигрывать отрисованную анимацию. Я использую DJV. Ставим галочку напротив Outer on Python Script. Это поможет избежать некоторых ошибок в дальнейшем. Давайте скачаем DJV Player. Установим его и укажем к нему путь в Blender.
Нажимаем Save User Settings, чтобы при следующем запуске Blender все настройки были такими же, как сейчас. В следующем уроке мы начинаем работу над проектом.